Европы до Азии и на обоих американских континентах прославился Дмитрий Маслеев. А в Курске его впервые услышали еще в 2011 году. В тот момент он как раз оканчивал Московскую консерваторию. С тех пор многое изменилось. Опыт, шквал аплодисментов, награды. Но по-прежнему сохранилось трепетное отношение к музыке. Мы делаем, что мы умеем. Музыканты говорят на языке универсальном, на языке музыки. И я уверен, что язык музыки – это язык мира. В программе «Рапсодия для фортепиано с камерным оркестром». Лист в оркестровке Петухова, профессора Московской консерватории, у которого учился Дмитрий Маслеев. С губернаторским камерным его связывает давняя дружба. Конечно, у нас небольшой маленький оркестр, и само по себе произведение написано для очень большого состава, где должно быть 6 контрабасов, у нас один контрабас, где должно быть 10 альтов, у нас 2 альта. Вот. Но мы пытаемся, конечно, сакомпонировать в том характере, в котором была написана эта музыка. Весна – время, когда просыпается надежда. Стряхните с себя зимнюю грусть вместе с губернаторским камерным. Начало в 19:00. Концертный зал «Свиридовский». Ангелина Рязанцева, Максим Леонов. События дня.